Хейл, гейс, с вами Шимки, и мы продолжаем проходить игруху по названию Borderlands The Pre-Sequel. Ну, просто Borderlands The Pre-Sequel. Хорошо, мы с вами на какой-то исследовательской базе, как я помню. Короче, я так чекнул, там еще очень далеко до финала игры. Я на самом деле думал, что это финал, что мы уже, типа, построили базу роботов, да, и все такое. Так, по патронам. В принципе, по патронам. Хотя можно пистолетные патроны купить, одну пачку. И все. Давайте, наверное, фастом пройдем, потому что здесь в основном это вот эти... чудаки отравлены. Блин, у нас против них даже нету никакого орудия. Так, ладно, давайте, я думаю, пробежим. Здесь у нас Каги из первой части, да, выходят? Торки. Как вот с этими торками драться, вы мне скажите? Вот ж, куда я ему кританул? Я лично не вижу, где у него кританы эти. Точки. Даже вот на этого посмотреть, хер пойми. Я думаю, может, на пузике у них? Как варик, только на пузике. Я даже этих, понимаете, со снайперки не могу убить. Есть вариант, что их нужно поджигать. Но это, скорее всего, и будет, типа, правильным вариантом. Или нет? Так, шприц. Там у нас навряд ли что-то будет. Сразу перезаряжаемся. Убей этих торков, потом приходи. А я тут подумал и вспомнил Галидонова. Он мог нам создать исследовательский отдел. Сам нанял. Штука вообще не плохая. Так, здесь у нас кто? Здесь у нас непонятно, кто сидит. У нас снайперские пули. Блин, давайте, наверное, снайперку юзать в основном будем. Да, это у нас... Нихера не жалят. Так. Это что-то новенькое, это какая-то летающая тварь. Такую я, кажется, еще не встречал в игре. Так, использовать не могу. Я тебя понял, лучше отойду. Ну нафиг. Доктор Спара. Так это дружелюбный у нас. О, спит. Ладно, подкрываю, пускай будет открыто. Думаю, я смогу доставить нас в глаз Гелиуса. Но мне нужна твоя помощь. Так, добавляйте ячейку ношения оружия, отлично. О, я плюс еще и апнулся. Нихера себе. Так, стоять, парнишка. Стоять, стоять. Дай мне это посмотреть. Выполнение так прыжков. Физический урон в прыжке. Можно, в принципе, выполнить. А, ну только одну безбашенность даст. Мало. Есть такие нестандартные какие-то у нас миссии. Пипец их тут до хера. Так, и это по-твоему щит. Так, победите боцмана, не уничтожая под... А, боцмана. Блин, ну это уже все просрано. Символ хранителя. Одну мы находили, найдите все тайники боцмана. Ну, блин, ну это ходить чисто искать, походу. Но это вари долго. Так, это мы прокачали, хорошо.
Промахнуться, это не для нас. Без снайперской винтовкой, но это херня. Если промахнуться... Можно, в принципе, только это вкачать. Типа размер патронов. Ну что здесь, в принципе? Урон от стрельбы вот это классно. Ну блин, емкость магазина у нас очень режет. После получения урона это в ближнем бою. Так, прицеливание. Из снайперской винтовки отражается крутящееся колесо со значками стихийного урона. При выстреле к урону добавляется стихийный урон того типа, который будет в этот момент подсвечен. Этот эффект будет действовать для всех выстрелов, пока вы не прекратите целиться. Если выстрелить будет так критическим, образуется небольшая волна. Так, блин, ну это охренительная вещь. Дополнительный стихийный урон 30 нанесенного урона, блин. Мне бы это вкачать как-то. Если ж враг наносит вам щит, полный заряд, то вы выстрелите в его так, ледяной. Блин, давайте, может, точно будем пока в это качать. Блин, здесь самое это херительное, это вот эта полярная воронка. Типа воронка создается вокруг врагов. Это самое прикольное, по сути. А что у нас там? Так, при убийстве врага вы получаете уровень... Герток, скажем, уровень герцога, у вас повышается точность стрельбы, если вы или ваш, так, слуга погибнет, и уровень герцога, так, максимум уровень 5, точность стрельбы. Удержите ПКМ, чтобы, так, продать договор союзнику, если союзник подпишет договор, атакующий вас в рукопашном бою, он станет вашим слугой, а вы его хозяином, пока действует договор, но это, блин, в онлайн, когда слуга убивает врага, вы получаете уровень... Лакея. С каждым уровнем лакея у вас... Я не понимаю, это кажется как онлайн, да? Ладно, понятно. Давайте тогда что-то из этого качать. Давайте пули тогда, да, будем дальше прокачивать. После, наверное, емкость. Блин, это что, урон от стрельбы, типа? Скорость перезарядки увеличена. Блин, я не знаю, можно это будет вкачать потом. То следующее будем тебя вкачивать. Ну, я вижу, как это лучший вариант там, блин, для меня. Что прокачивать. Ладно, прости. В смысле, не прости. В смысле, я возвращаюсь в офис Джека. Ладно, ты возвращаешься в офис Джека. Я хочу проверить тогда, что у нас в той стороне было. Так, если... Питательное что-то там. Хера себе ты яркая. Походу что-то должно было случиться, но что-то не случилось. Очень... Камера. Так, туда можно залететь, смотрите-ка. Так, а ну-ка. Давайте это провернем. А, я туда не залечу, у меня плюс нету гравитации здесь. Да, все. А, погнали тогда уже к врагу. Кайспид. Так сказать, в сердце врагов. Хотя мы можем с одной стороны прокачать. Ох да, Алистер рассказал мне про этих тварей. Бедняка из здорового баян. А, это вот как... Это яички? Кажется, подождите, я с ними дрался во второй части. Конечно, вы это не помните, потому что я еще ее не прошел. Да, я с ними дрался. Они еще невидимыми, мне кажется, могут становиться. Животоглоты. Ага, все, тварь невидимая. Они только проявляются, когда атакуют нас. Так, это мелкие, они очень быстрые.
Так, готово. Готово, готово, готово. Так, там походу закрыто у нас. Это что, бандиты у нас? Не отображается. О, Джек прислал подмогу. Супер, я бы с радостью свалил отсюда, но солдаты запустили в мой офис животоглотов. Кое-что я потерял фотографию сына, может, отыщешь ее мне? Я понимаю, что это звучит по-идиотски, но если я найду фотку сына, он взбесится. Ему приятно знать, что я... Так глупо, конечно, но... Она, ищем твои фотки, да? Ладно, погнали. А, дверь-то, я понял, не откроешь мне, хорошо. Вон тварь. Внизу там высоко падать. Вот твари, засекли. Кошак хочет, кажется, поебалу получить. Если он так сильно орет. Ой, короче. Пускай прыгает на меня. Блять, я гриб тупой задел. Отвалите, отвалите, отвалите. Пускай бегут, я успею. Давай, давай, сканируй быстрей. Обнаружены спонсированные Гипериона ДНК. Дают доступ к комнате наблюдения 1-11-Б. Фотография у тебя отличная, если бы я хотел домой без нее, мой сын бы вспихнулся, ну ты знаешь, какие эти 19-летние. Блин, нужно будет... Супер, у тебя теперь девушка? Ух ты, правда? Не, шучу. Он нет. У него нет. Нет, ничего подобного. И? А, мне то есть вот так, да, все располагается? Все задания вот так расположены, хорошо. Ну, открывай. Открывай. На, фотография. Верни мне фотографию. Спасибо. Это уродливое личико придет мне сил целый день. Вот это за труды. И что ты мне дал? А, ты меня это откроешь? I'll open the way for you, but be careful.
Я открою проход, но учти, по ту сторону много всяких уродов. Еще раз спасибо за помощь в решении этой дурацкой семейной... Увидимся, искатель хранилища. Тебе удалось спасти доктора Лангуна? Отлично, теперь помоги двум оставшимся ученым. А, вокруг зверги, я потерял своего... Осторожно, эти торки коварны! Ой-ой-ой-ой. Что? Торки убиты? Ученый. Ой, нельзя! Я что, пугаю? Привет еще раз. Слей воду из аквариума, мой Мишка. Пущу тебя в дело. Так, ну серьезно. Будь очень осторожен. Типа он Мишку уронил воду? Блядь, ты серьезно? Окей, поможем. Помоги мне! И все такое! Ну, открывай. Так, морпехи. А я тут это, вижу запись какую-то. Походу, я буду потом их собирать. Ох, черт вас побери. Ну вас нафиг. Вы ж там... Сражайтесь, да, сражайтесь, я просто побегу. О, что это за хуйня? Какая-то королева. А ничего, что там закрыто? Откуда я мог знать? До хера, да, потратил. Да. До хера и не то слово. А как мне туда попасть, стоять? На ту сторону окей, я уже понял. А дальше как? Ну типа ни трамплинов, ничего. Ну там меня не хотят пропускать. А, вот где тут проход еще есть. Парень, зачем так чилить? Не чили. Прозрачная водичка. И? И куда? И как мне наверх попасть? Алло, ученый. Надать меня сразу отхерячили. О, дверь открылась. Yeah.
Все, 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 все. Где там еще что-то упало? Вон хороший сундук. Ладно, погнали. Не хочу с ними драться. Так, спустить воду здесь, да, нужно? Где-то побли... А, фух, и так бы я сейчас убежал сам вниз. Почему ты стоишь? Без дела. Вот, все, все. О, вот он мой мишка. Хватай его и принеси мне, пока я тут дуба не дал. Привет, мишка. Не бойся, вас, мишка у меня. Супер! Вау! Это был просто супер крутой бой. Черт побери. Мне дверь откроешь, надеюсь. Спасибо. Дашь мне моего мишку? Он меня успокаивает. Пипец ты, агрессивный дедуль. А, спасибо за медвежонка. С ним мне не так страшно. Почему ты постоянно орешь? Я сейчас плачу тебе в следующем блок. Пропущу. Так, мне бы сейчас это не помешал магазин. У меня рюкзак скоро заполнится. Так, давайте тогда вместо этого что-то другое поставлю. Базуку может. Хотел сказать, блязуку. Или автомат. Автомат. Давай пошли. Блин, мы точно будем с вами эти собирать. Голозаписи. Давай-давай, открывай. Там немножко нужно пробежаться и все. Ладно, я пошел. Спасибо за помощь. Тут мне хотя бы что-то. Ну так, доктор Лонгдосу. Теперь здесь остался только Грейсон. Спасибо ему. Ну что покажет мне тут все, расскажет, что тут занимается. Окей. Можно я просто пробегу? Доктор. А, тихо, умри, 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 умри. Так. Чел, я тебе постучал. Привет, в общем, я бы сбежал, но... уронил свой пропуск и его сел животоглот. Можешь найти его и вытащить меня отсюда? Ясно, что вы чувствуете. Я тоже однажды уронила ключ, пришлось купить новый дом. Эй, я защитил степень по использованию Эриди, а не по предоставлению это, по заданию пропусков. Окей, 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 сейчас все сделаем.
Стой, то есть... Ты потерял его вообще в другом блоке? Или здесь? А не, здесь все тогда правильно. Да, Грейси забрал так разные штуки для маскировки, которые я хочу остановить, так и перейдем снайперов. Занимайся позицией, становится невидимыми, и бац! Марки буквально не соберазались, что их убивает. Ну что, и есть? Так. Неважно. Нихрена себе мозги. И какая тварь скушала. Так, нет, я думаю, здесь нужна пушка помощнее. Да, так, хватай карту. И возвращайся. Так, отлично, теперь вытащи меня отсюда. Теперь просто выпусти, так. Вытащи, я просто не знаю, я смотрю на игру. И говорю то, что, типа, слышу от него. Так, огромный хороший сундук, огромный хороший сундук. Да? Спасибо за помощь. Сейчас сними маскировку из... Так. Маскировку с выхода. Камуфляж, да? Да, я эту штуковину и железяки живоглотом. Специально для Джека. Так, подожди, а что здесь у нас еще есть? А, ничего, значит, окей. Ой. И? А. Восхитительно. Меня аж трясет. Спасибо, что цеплешь соль на рану. Все вы ублюдки. Молодец, все местные. Мы сможем открыть вам путь. Глаз у вас у Джека. Встретимся у Джека. Хорошо. А, то есть он даже уронил эту херь. Типа, упс. Типа, ой. Гэскон, а почему за предел все еще контролирует систему защиты Гелиса? Мы же отключили... Так, стоять. Куда мне идти? Иду я или правильно? Да, на вход. Западон might have a weaker signal jammer on her person. She could have another mole in Helios, like the Merif. Or she probably just manually... А, возможно, он просто... Так. Собственно, на Гелиосе может быть предатель? Это лишь один из вариантов. А я Джек. Джек, вы меня слышите? Так, мне нужно быстро автомат. Давайте сразу посмотрим, что у нас новенького, и что хорошенькое, что нет. Продажам. Продажа. На продажу, на продажу. Модификации. Вот это хорошая, но она херовая, по сути. Самонаводящая Тесла-волна. Это все на продажу. Так, к молниям, скорость, критический урон. Блин, вот мне бы урона от этого. От обычного. Так, здесь, ну, в принципе, все можно продать. Так, а то, что у меня установлено, ну, хотя бы со звездочкой, то я сейчас продам. Да. Или нет? Дел. Пушка все есть. Так, снайперка. Погнали к Джеку. Офис Джека. Научная лаборатория. Блин, мне кажется, все равно, если сейчас вернусь еще плюс в главный город, то мне там должны еще накидать задания всякие второстепенные. Потому что, ну, голосовая запись туда не может быть, просто так лежать там. Точно, что с ней будет связано. На железяке работает.
Гиперион. Офис Жека. Ой, там задание можно взять. О, доска объявлений. Нихера тут задание. Не-не, нужно сдать это задание основное, потом уже идти по второстепенным. Замечу, что это все в одной точке. А, я в свое время за вами немного так, прошампионил, шампиньоны, рыбку хочу, шампиньоны. Так. Говорить с Джеком. Привет, искатель. Здравствуйте, ваша... А какой-то случайный тип. Scientists just shut down the defenses leading to the laser. Got one last thing to wrap up before I send you off, though. Let's talk. One of the doctors made this for you, by the by. Oh, hey, cool. Cloaking device. Оптический камуфляж. Thanks, doc. Спасибо, док. Still alive, thanks to you. Благодаря тебе я все еще жив. Yo. You are great. Защити его здоровье на лазер. Сейчас мы пойдем и отключим. Ну а я? Ну я вызову собственный спасательный шаттл, чтобы вывести вас в безопасное место. Искатель, искатель, нажми на что-то там. Где это же? А вот. О. Планы поменялись, док Сэнгви. Может, я сказал может? Сотни невинных жизней в опасности, ребят. Я не могу рисковать. Если один раз поднести на обман, вас снова виноват. Могу только сказать, что мне очень жаль. Это ж ученые. Это ж ученые, которые... Джек, не надо! О, нет. А мне, пожалуй, понравилось. Короче, давай поговорим. Путь к глазу Гелиса свободен. Проберись туда через внутреннюю обшивку, так и активируй станцию быстрого перемещения. Смог отключить его. Роналд или Лилит, вы оставите здесь и оброните мой... Мне нравится... Роллот, он же... Но план хорош. Увидим, когда вернешься. Если бы я не выкинул этих ученых, один из них мог бы включить защиту комплекса как раз в тот момент, когда вы и вы бы поджарились. Да, конечно, как скажешь. Так, а я вижу, это вот это полу не херячит. Зачем ты херячишь все еще? Мы же уже на станции. Так, ладно. 600. Бесконечный цикл. Макси, нужно поговорить. Любопытно? Yes. Да. Так, хорошо. Поехали по заданиям. По заданиям. А хотя у нас уже времечко, давайте... А это у нас как раз все задания в одной точке. А, бесконечный цикл. Что-то встало так... Исследование и разработки. Бесконечный цикл. Что-то встало между вами и... Так, новейшая эксплуатация оружия. Надо разобраться, что именно. С компьютерами, которые должны разобраться для вас. Так, прототипы оружия, психо... Так. Происходит что-то непонятное. Если вы с этим не разберетесь... Не... Так... Не видать вам новой добычи, как своих ушей. Короче, нужно это все выполнить. Так, как сказать привидение? Так, 13-й под уровень. 13 под уровень. А в смысле? А где он? 13 под уровень ваш. Так, легенды. Ладно, давайте, короче, тогда на этом закончим.
Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и до новых встреч, друзья. Всем пока.